Друзья, добрый день. Сегодня специально для вас приехал в темную погоду, в темное время суток, потому что я сейчас под впечатлением, да, большим. Сейчас произошла интересная ситуация, вот хотел про нее рассказать. Вот это моя машина, это Нива Легенд, серия Black, черная, в общем, офигенная точила. И я на ней уже езжу больше месяца, и сегодня хотел с вами рассказать, какие вообще инсайты, какие просто произошли невероятные события. Ну, вы не только посмеетесь, но просто удивитесь и подумайте, что случилось с вами, почему вы еще не догадались купить такую классную машину. Ламбо и Порш я не буду показывать, потому что это небезопасно в моих целях, да, потому что есть, существуют воришки. А Ниву я могу рекламировать, показывать, но все ее любят, и не все на ней ездят. И просто многие не догадываются, какая это все-таки крутая машина. Очень большой отклик был на тему, на какую машину надо сесть, чтобы быть строителем. И сегодня я хочу вам рассказать просто вкусняшки, которые вас ждут, да, когда вы будете на этой машине. Просто не все блогеры рассказывают про настоящие мужские машины, потому что на мужских машинах, к сожалению, ездит очень мало мужиков, да, скажу вам по чесноку. Но как бы приглашаю вас все-таки, ну, подсоединиться, да, к такому пиру. Итак, ребята, я сейчас ехал по Московскому проспекту, и я много вам зарисовок подскажу, которые вам нужно знать для того, чтобы точно у вас выбор уже упал на эту счастливую машину Ниву. Я ее не продаю, вы купите ее в салоне, это несложно. Итак, значит, первая ситуация, я еду, значит, по Московскому. Значит, ну, паркуется рядом со мной, останавливается на красный свет этот Тесла, новая абсолютно. И мужик, короче, перебегает, ну, опускает окно, говорит, ключами машет, говорит, давай поменяемся. Я говорю, что? Он говорит, машину на машину, ключи на ключи. Я говорю, ты что, дурак, что ли? Он такой говорит, блин, я, короче, блогер, ну, я блогер такой знаменитый, давай я тебе Теслу отдам свою, дай мне Ниву, короче. Ну, типа, поприкалываемся. Я говорю, что, дурачок, что ли? Я говорю, это крутейшая машина. Я говорю, ну, я ее ни за что не поменяю. Он говорит, да я, короче, этот, ну, типа, чел такой знаменитый, у меня там 100, там, с чем-то миллионов, там, подписчиков, типа, давай махнемся, мне надо запилить контент, чтобы он там выстрелил на 100 тысяч. Как раз вот сейчас классный, ну, классный вариант, ты как бы очень сильно, очень хорошо играешь, ты что-то типа, ты отказываешься, я тебя уговариваю, говорю, я говорю, ну, слушай, и я смотрю, зеленый зажегся, я как втопил, короче, вот, он за мной, короче, ну, типа там меня как-то этот убедить, ну, тут, кстати, это еще один плюс, когда ты едешь по городу, все сразу видят, что ты с кем-то зарубился. То есть здесь машины русские, да, все русские машины. Лада, там, всем привет большой. Кроссы, короче, наши, Икстреи, значит, Волги, да, Газельки. Они начали, короче, ну, перекрывать эту дорогу. Тесла не смогла меня догнать. Поэтому сегодня я без Теслы, и слава богу, вот не вас, наше все. Итак, еще один случай. Вот иду я такой красивый весь. Ко мне подходит мужик и говорит, слушай, я врач, ну, откуда у тебя такая, ну, осанка классная? Я говорю, слушай, ну, я в стройке работаю. Он говорит, не-не-не, слушай, это не то. Ну, есть что-то, скорее всего, на какой ты машине ездишь? Я говорю, на Невасе черном. Он такой... Точно, точняк. Он говорит, я всегда езжу и смотрю, как люди ездят. Они в основном вот так вот облокачиваются на машине, на подлокотник. У них там подлокотники. У них все кривые подзвоночники. Они ходят, блин, хромые, больные, косые. Говорит, но я вот наконец-то понял секрет именно здоровой жизни. Слушай, где купил? Я говорю, ну, слушай, я говорю, есть много центров, там, Лада Пулково. Я говорю, куда угодно, съезди, короче, не пожалеешь. Он такой, слушай, спасибо большое, ну, я тоже буду здоровый. Я говорю, мужик, не вопрос, короче, если будет, короче, ну,
у врача всегда есть какие-то вопросы к здоровым пациентам, задавай, вот держи тебе номер. Вот еще один случай, да, который, ну, действительно показывает, что эта машина именно наша, да. Ребят, если хотите больше таких видосов, ну, вас убеждать, да, вам рассказывать, как стать мужиками, ну, подписывайся на канал, пиши, я много чего тебе расскажу. Просто инсайтов сегодня много, ну, вот три даже рассказал. Первое, тебе помогают ребята, они, значит, блокируют тех, кто тебя хочет обогнать. Вторая тема, врачи даже видят. Ну и третья, такая машина, она, ну, даже не хочет никакими блогерами меняться, ключи на ключи. Так что, ребят, делайте вывод, как, на какой машине вы ездите и какая вам на самом деле нужна машина. Задумайтесь, ну, один раз в день хотя бы.